Европейский центральный банк анонсировал сворачивание программы количественного смягчения с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. По итогам заседания Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Между тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги сообщил, что стимулирование при помощи монетарной политики по-прежнему необходимо. Прогресс в вопросе инфляции является существенным. В течение вчерашнего дня евро существенно подешевел против основных валют. Катализаторами обвала пары евро-доллар стали результаты заседания ЕЦБ и заявления главы ЕЦБ Драги. С технической точки зрения мы наблюдаем нисходящую тенденцию, где рекомендуется заключение сделок на продажу после завершения коррекции.